учитывая текущую зиму, параметры снегозапасов, да, действительно, у нас уже с начала года только на территории Ванинского района произошло около 30 пожаров, связанных с загоранием сухой травянистой растительности. В ряд факторов влияет на данную обстановку, это и малый снегозапас, и ветровая нагрузка по побережью. Естественно, происходит загорание травы. На все загорания привлекаются пожарно-спасательные подразделения, своевременно реагируют. Основная причина, это в первую очередь, это беспечность, халатность людей. Второе, это отсутствие, скажем так, целенаправленной работы органов местного самоуправления по своевременной очистке данных территорий. В основном загорания происходят на пустырях различных и так далее. То есть, если частные домовладельцы как-то обеспокоены ситуацией, более следят за ситуацией у себя на участках, то вот именно данные пожары фиксируются в границах поселения. Поэтому здесь, как рекомендации, необходимо уже сейчас начать заблаговременную подготовку к пожароопасному сезону текущего года. Можно уже с уверенностью констатировать, что он начнется намного раньше, чем среднемноголетние значения. Поэтому всем органам власти уже сейчас предстоит задуматься о подготовке к пожароопасному периоду.